Два своих натюрморта «Сбитая птица» Рембрандт писал для себя. Эти картины оказали влияние на мастеров, затрагивавших подобную тему и в первую очередь на его учеников, в частности Фердинанда Бола. Фердинанд Болт родился в Дордрехте в 1616 году. С 1631 по 1637 год состоял в учениках Рембрандта. Многие его картины в XIX веке ошибочно приписывались его наставнику. В 1660-е годы был известным художником, но после 1669 года потерял былую популярность. Его натюрморт «Битая дичь», находящаяся в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, имеющая, кстати, и сейчас помимо авторской еще и фальшивую подпись Рембрандта, привлекает игрой пестрого, но не яркого оперения мертвых птиц, подвешенных вдоль стены или беспомощно лежащих на столе рядом с корзинкой, которой их только что принесли. Фон картины и тушки птиц, как и у Рембрандта, написаны нежными прозрачными лессировками, и лишь ярко освещенные перья, лежащих на первом плане белой курицы и вальдшнепа, исполнены плотными пластичными мазками. Умер художник 24 августа 1680 года в городе Амстердаме, где в его честь была названа улица.